самое интересное, как это называется, тест-драйв. Ну, а дальше покажу, как это делается. Это мои берцы кирзовые. Вот решил немножко их обновить. Тут вообще до дырочек протерлось. Значит, это силикон черный. Подушечку немножко вот здесь тут загерметизировал. Берцы-то классные, на самом деле, вот на гвоздях, которые еще были. Вот, и сейчас пропитаем. Пропитаем новой придуманной пропиткой. Значит, возьмем ВД-40. Свечечка. Сейчас в баночке мы ее здесь растворим. На огне разогреем. И вот ВД-шечка. ВД-шечка, собственно говоря, своего производства. Формула 1-4-4. Один масло минерального или любого машинного. 4 керосина. И 4 бензина галоши. Так, ну вот она растаяла. Свечка, это фитилек ее. Вынем его. И вот наша баночка с выдушечкой. Пока тепленько, начинаем размешивать. Можно тепленькой кисточку взять и пропитать. Ну, будет остывать, когда, значит, добавим еще ВД-шечки. И поехали. Короче, вот так вот получается. Она впитывается, остывает, конечно. Слегка белесая получается. Вот обработано два сапожка, и осталось вот, в принципе, дофига еще. То есть достаточно было всего, может быть, четверти свечки. Вот так выглядят сапоги после обработки. Это парафин сверху вот остывший. Вот так. Далее его надо прогреть, чтобы он впитался. Ну и когда все впиталось, результат, значит, парафинчик нанесенный. Разогреваем феном. В данном случае строительный фен. Наверное, может быть, и обычный бытовой фен.